Dzień dobry, właśnie przyjechaliśmy z Warszawy. Dobry dzień, my tylkoż to przyjechaliśmy z Warszawy. Rezerwowałem nocleg na dwie osoby, ale nie będziemy mogli zostać nawet na jedną noc. Я бронировал ночлег на двое суток, но мы не можем остаться даже на одну ночь. Хотел бы разговаривать с керовничком отеля. Я хотел бы поговорить с управляющей отеля. То я, день добрый пану, что стало? Это я. Добрый день, что случилось? Покой не есть поспшантаный. Смечи не садятся. Смечи а на ушках лежит бруд на постель. Номер не убран. Мусор не выброшен, а на кроватях лежит грязное белье И не мамы чистых гранчников И у нас нет чистых полотенец. Неможливо Невозможно. Tak, tak, możliwe. Da, da, można. Jestem też niezadowolony z wyżywienia. Ja także niezadowolony z pitaniem. Śniadanie miało być w formie szwedzkiego stołu, a przed chwilą widziałem, że klient je bułkę z dżemem. Завтрак должен был быть в форме шведского стола. А минуту назад я видел, что клиент ест булку с джемом. не wiem, для чего так стало. Прошу прощения, не знаю, почему так произошло. Это не все. В покое не działa пилот, а в туалете бракует папиеру туалетового. Это не все. В комнате не работает пульт, а в туалете не хватает туалетной бумаги. Zaraz wszystko panu wyjaśnię. Teraz ja objaśnię. Widziałem na zdjęciach na stronie internetowej, że to jest hotel z basenem i sauną. Я видел на фотографиях на сайте, что это отель с бассейном и сауной. Где есть бассейн и сауна? Где бассейн и сауна? Написали что отель есть полкилометра от пляжа, а оказалось, что есть полкилометра от какой-то маленькой речечки. Вы написали, что отель расположен в полукилометре от пляжа, а оказалось, что это полкилометра от какой-то маленькой речки. И не сподеваемся, что в Выпоречальне есть только один ровер. и я не ожидал, что в прокате будет только один велосипед. Прошу пана. Послушайте. И еще одно, наиважнейшее. И еще одно, самое важное. Дал портирови мой багаж. Dwie walizki, plecak i tormy mojej dziewczyny. Ja oddał portier mój bagaż: dwa ciemadana, rugzak i sumku mojej dziewuszki. Już od paru godzin nie widziałem ani portiera, ani bagażu. Już paru czasów ja nie widział ni portier nie bagaża. Zgubili się? Bez komentarza. A nie podzielali słów. Proszę pana, portier na pewno zabrał państwa walizki do hotelu Plażowy Krab, który jest tuż obok. Прошу вас, портье наверняка забрал ваши чемоданы в отель «Пляжный краб», который находится тут рядом. То где я я jestem? А где я сейчас нахожусь? В моем доме. В моем доме.